студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Первый бюллетень погоды в нашей стране опубликовали 13 января 1872 года. Он был рукописным и содержал данные 26 российских и 2 зарубежных метеостанций. А к декабрю ученые располагали информацией уже от 55 метеостанций. Сейчас сведения о погоде собирают в единую сеть со всего мира 15 тысяч метеостанций. Из них около 2 тысяч – российские. И на завтра синоптики обещают небольшую передышку от снегопада. А вот мороз, наоборот, окрепнет. 13 января в Старом Осколе и Губкине днем 15-17 ниже нуля и солнечно. Ночью минус 17-20. Ветер от юго-западного до юго-восточного 1-2 метра в секунду. Давление 747-749 миллиметров. Магнитное поле спокойное, луна растущая. Рассвет 8:28, темнеет начнет в 16:45.